Твою мать! Это еще откуда? Ух ты! Прямо как мостик капитана космоса! Я знаю! Фома, ты стой тут! Мистер Эллиот, вам сюда! А я буду управлять лучом смерти! Я держу их корабль на прицеле! Можешь палить! Проклятие! Щиты опять на максимуме! Пали!
Кто бы мог подумать, что я буду делать такое? Эй, вы это слышали? Что-то слышала, Салли. Черт, не включайся! Или ты крыль! Сейчас! Да это же самурай! Надо его впустить. Все как в прошлый раз. Черт! Они пробили ядро, и у нас больше нет... Целься, бог! Корабль наполовину мертв, и если не выйдет запустить луч смерти, то нам точно... %20 Системы отказывают, еще не топлив нам крышка! У меня даже сомнений не было, что мы справимся. Ты даже круче, чем капитан Космос. Я знаю. Если что, обращайся. Думаю, я тут задержусь на какое-то время. Вниз мне что-то совсем не хочется. Я тебе вот что скажу. Если мне попадется что-то интересное, я тебе это принесу. Хочешь? Так точно, сэр. Мы это сделали! Мы это сделали! О, черт, глазам своим не верю! Кто бы мог подумать, что у нас получится? Ты круче всех, реально круче всех! Если бы не ты, мне бы точно крышка. Спасибо тебе. Ой, да ладно, мы оба знаем, как оно на самом деле. Я не знаю, внизу у меня совсем ничего не осталось. И кажется, мне там
не очень понравится. Думаю, я лучше останусь тут на какое-то время. Может, смогу разобраться в этой технике. Очень надеюсь, что нет. Но теперь мы хоть знаем, как с ними обращаться, верно? Мы будем тут, если понадобимся. Отличная работа, детка. Если где-то в космосе еще остались их друзья, теперь они как следует подумают, прежде чем к нам соваться. А у тебя теперь, похоже, есть собственный космический корабль. Точнее, то, что от него осталось. Поздравляю! Ну да, если бы не я, сидеть бы тебе до сих пор в камере. Или над тобой бы опыты ставили. Ты у меня круто в долгу. Попробую начать новую жизнь. Вернусь на пустоши с новыми игрушками. Буду выбивать себе место под солнцем. Силой, если понадобится. Вряд ли мы еще встретимся. Так что я тебе сейчас скажу спасибо. Да, можно сказать и так. Повторять такое мне бы не хотелось. Конечно. Отличная работа, детка. Если... А у тебя... Конечно, сейчас глянем. Конечно. Мне показалось, что нужно тебе об этом сказать. Кажется, кто-то во время боя нажал на кнопку. Насколько я могу судить по данным на экране, мы запустили к поверхности маячок. Куда-то в район Вашингтона. Может, это не имеет значения, но... Конечно, это не точно. И все же мне кажется, что так можно попасть на Землю. В капитанской каюте, кажется, есть телепорт. В смысле, теперь это твоя каюта, конечно. Так что, если хочешь, можешь отправляться домой. Не волнуйся, я тут за всем пригляжу. Я здесь, у тебя за спиной. Тебя что-то тревожит? А я...